В Рязани прошла презентация клипа группы «Блестящие», снятого по заказу командования воздушно-десантных войск к 75-й годовщине ВДВ. Здесь, конечно, было очень приятно участвовать в таком проекте. Приятно было сначала написать песню, посвященную 75-летию ВДВ, и потом сниматься в этом клипе. Нам было очень интересно, и большое спасибо этой части, большое спасибо полковникам, подполковникам, которые нам помогали. Мы действительно для себя почерпнули очень много нового и надеемся на дальнейшее какое-то, наверное, сотрудничество такое приятное. Я, наверное, хотела бы еще сказать огромное спасибо ребятам, наверное, без чьей помощи мы ничего бы не смогли проделать, потому что они бегали с нами по окопам, они показывали, как нужно держать этот калашников, как нужно из него стрелять. Вы знаете, всегда было очень интересно посмотреть, как готовят наших военных. Я думаю, что такие клипы очень нужны, чтобы молодые люди могли посмотреть с экранов телевизора, как тяжело приходится военным тренироваться, в каких условиях жить. Вы знаете, я хочу большое спасибо сказать ребятам, еще, конечно, от себя лично, потому что они с такой смелостью столкнули меня с этого тренажера, с которого я прыгала. И я столько эмоций пережила за этот съемочный день, просто потрясающе. Спасибо большое всем. Когда мы были на полигоне, мы увидели, что наша жизнь находится в надежных руках. И, соответственно, ребят, нам не страшно поверить в свое будущее, потому что мы знаем, что мы находимся за вашей спиной.